Усіх вітаю, це «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор, і мій гість сьогодні також наш друг Борис Пінкус, представник республіканської партії, також громадський діяч. Борис, здравствуйте. Добрий день, а слава Україні! Героям слава! Начнем вот с такой информации. Пишет Wall Street Journal, что сенаторы-республиканцы хотят изменить пакет Байдена по Украине и Израилю. Мол, в Конгрессе США существует широкая двухпартийная поддержка помощи Израилю после атаки Хамас, но некоторые республиканцы скептически относятся к новому финансированию для Украины. Но это вообще не секрет, потому что мы понимаем, что понятно, что есть люди, которые против финансирования или против такого огромного финансирования. Помним также, что лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что в целом поддерживает подход администрации к общей картине, но дал понять, что планирует настаивать на некоторых изменениях. Как думаете, что за изменения могут ждать и как это повлияет на Украину? Или это просто такие очередные слухи в СМИ, на которые, ну, не сильно стоит обращать внимание? И я скажу о самом главном. Что, знаете, нет худа без добра тоже. А то, что та трагедия, которая обрушилась на Израиль 7 октября, она, с одной стороны, очень подкосила веру друзей Украины в том, что достаточно ли будет оказана помощь Украине в связи с событиями в Израиле, и тем более, что пожар... начатый в Израиле, он разгорается. Уже идут атаки даже на военные объекты Америки, как в Сирии, как в Ираке, например, и в других местах Ближнего Востока. Это говорит о том, что что-то предстоит очень серьезное. И несмотря вот на все это, в то же время, коль уж я заговорил, что нет худа без добра, возник вопрос, как быть с Украиной. И учитывая, что все-таки ось Москва, Тегеран в промежутке с этими террористическими группировками Хезболла и Хамас четко вырисовывается, все обнажилось. Украина и Израиль – это единая линия фронта борьбы добра со злом. Это уже никто не отрицает. Поэтому нельзя сегодня, жертвуя американскими, знаете, западноевропейскими и в том числе, конечно, украинскими интересами, жертвуя ради того, чтобы, знаете, сделать большой акцент на войне с террористами в Израиле и тем самым оголить вот эту левый фланг войны с этим террором. Этого нельзя допустить, об этом говорят все, и даже те самые скептики, которые как-то сомневались в том, что нужно ли оказывать помощь Украине, пора заканчивать, пора сажать Зеленского за стол переговоров, их число сегодня убавилось. Почему? Они поняли, с каким злом Западу предстоит иметь дело. Это очевидный факт, поэтому я, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что в целом нисколько решимость Америки оказать помощь Украине в ее победе, она непоколебима. Другой вопрос. А какие приоритеты сделать здесь? Вы посмотрите, затянувшееся контрнаступление, а зима уже не за горами, а слякоть, это все может сказаться на темпах контрнаступления, они показывают, насколько тактика и методология оказания помощи Украине Западом, в том числе, прежде всего, Америкой, были ошибочными. Времени на контрнаступление отведено было достаточно в рамках такого, знаете, подготовительного, так называемого, когда нужно было прощупывать те слабые места на более чем 1000-километровой линии фронта российской, к примеру. С одной стороны, это подготовительные методы, а с другой стороны, тот период времени, который должен был быть отведен на контрнаступление, он сузился за счет того, что Запад, прежде всего Америка, с большим опозданием
оказывает помощь в обеспечении Украины теми видами вооружений, в которых Украина остро нуждается. Речь идет прежде всего об атакамсах, которые, к счастью, стали поступать вот буквально неделю, чуть более недели. И вот уже первые результаты потрясающие. 14 российских вертолетов уничтожено. Другая бронетехника. Я уже не говорю о живой силе. Казалось бы, знаете, результаты налицо. Так давайте же. Вот это идет с большим опозданием, с одной стороны. Самолеты F-16 уже более 100 украинских летчиков уже подготовлены для пользования самолетами F-16. Самолетов, к сожалению, в поле действия пока нет, хотя по определенным источникам эти самолеты уже давно в Украине. То есть им не дана отмашка зеленая, чтобы начинать вступать в войну. Вот это сказывается. Вот несмотря на все это, я возвращаюсь к словам лидера меньшинства сенатов МакКоннелла. Хочу сказать, что он, кстати, один из самых преданных друзей Украины. Он постоянно говорит о том, что помощь должна быть оказана полноценная и быстрая. Вот это очень важно. А что касается его слов о том, что кое-что должно быть нивелировано, на мой взгляд, это как раз-таки в сторону ускорения оказания помощи Украине в тех видах вооружений, в которых она остро нуждается. То есть больше атакамсов и быстрее F-16. Ну, я добавлю еще хорошую новость. В результате вот этих переговоров Зеленского с лидерами западноевропейских стран уже шведы поставляют свои самолеты. Вот это очень важно. У них свои виды самолетов. Миражи из Франции поступают. Вот это, то есть не дожидаясь F-16, Украина уже начинает получать в ближайшие недели будут поступать большие партии этих самолетов. И украинские летчики уже прошли там обучение. То есть все это дает надежду на то, что контрнаступление, которое сегодня имеет место, медленно, но уверенно, оно вселяет надежду. Хотя, конечно же, взоры многих аналитиков и экспертов сегодня обращены больше на Ближний Восток. Как я уже сказал, пожар войны там разгорается, и неизвестно, к чему это может привести. У многих на устах уже разговоры о том, что не исключена Третья мировая война. Вот это очень страшно, конечно. И на этом фоне поведение России, оно, учитывая, что успехов у российской армии нет, несмотря на то, что огромные территории 1/5 части оккупированной России сегодня все еще заминированы, и украинским войскам приходится тратить огромные усилия, даже терять своих лучших солдат. Вы знаете, при разминировании, несмотря на все это, успехи украинской армии очевидно, это признают даже скептики, и Путин сегодня идет на все. Идут даже разговоры о том, что он может применить даже космическую технику, космические ракеты для нанесения ударов чуть ли не по Киеву даже. Представляете, такие разговоры даже идут. И, то есть пик напряжения в войне именно в Украине, он приближается, он еще не достиг. Он приближается. И причем мы говорили всегда об этом, повторю еще раз. Чем больше успехи украинской армии, тем хуже положение Путина и тем больше звериной такой реакции со стороны Путина следует ожидать. Вплоть до, как я уже говорил, и напомню еще раз, Путин не раз говорил, что если Россия не нужна остальному миру, то зачем нужен остальной мир, такой остальной мир России? Это страшные слова. Это говорит о том, что он может пойти на применение неконвенциального оружия. Вот. И вот за этим, конечно, ведутся большие наблюдения. И то, что сегодня уже Россия объявила о том, что она развязывает себе руки в испытании ядерных видов вооружений, вот, это тоже напрягает. И, кстати, у нас в Неваде
буквально пару дней назад Америка вновь после долгого-долгого отсутствия начала испытывать не ядерное, а подземное химическое оружие, новые виды, усовершенствованные. То есть все это говорит о том, что спираль нагнетания вот этого напряжения мирового в вооружениях, в гонке вооружений и в угрозах, взаимных угрозах, она набирает обороты, эта спираль, и все это, конечно, будет отражаться как на помощи Израилю, так и на помощи Украине. То есть все в ожидании какого-то жуткого, знаете, поворота в мировой истории. И я большие надежды возлагаю на встречу, долгожданную встречу Байдена с президентом Китая Си, которая произойдет в ноябре. Я думаю, это будет ключевая встреча, которая может повернуть ход истории в сторону улучшения. Китай должен быть вовлечен в это. Без участия Китая решить сегодня проблему мировую невозможно. Я в этом убежден. И во всяком случае, потому что большие надежды Путина именно на Китай, который, к сожалению, управляет, является главным кукловодом как в России, и так и Северной Кореи. И вот эти угрозы севернокорейского Кима в адрес Америки, который готов применить свои ракеты, атаковать Америку превентивно, и даже наши крейсеры военные, которые находятся сегодня у берегов Южной Кореи, все это говорит о том, что это не случайно. Это посылы Китая в адрес Америки. И больше этого терпеть нельзя. Надо быстрее садиться за стол переговоров и ставить точку в нагнетании такой страшной обстановки. И, конечно же, во главу угла должно быть самое главное. Это выдворение российских войск, этих варваров за границей 91 года и сесть за стол переговоров только после этого. И второе – это уничтожение террористических группировок в лице Хамас и Хезболлы. Если Китай действительно заинтересован в том, чтобы иметь статус миротворца мирового уровня вместе с Америкой. То есть очень многое было упущений со стороны Америки вот, в области внешней политики. Сегодня надо срочно наверстывать упущенное. В противном случае нас всех ждут жуткие времена. И не только Украина, у нас американцев тоже. Вот такая обстановка. Да, вы, кстати, да. О том, что сегодня сказал Си Цзиньпин, такое очень позитивное сообщение. Он сказал, что Китай и Штаты должны найти правильный путь к взаимопониманию друг с другом, и это имеет решающее значение для мирного развития мира и будущей судьбы человечества. То есть Китай сегодня понимает, что у него, во-первых, есть шансы стать тем же самым миротворцем, все изменить, но стоит отметить, что вот накануне, да, вот этого подготовки визита немножко подпортил ситуацию сенатор-республиканец МакКоннелл, который сказал, что Китай, Россия и Иран – это новая ось зла. Ну что ж, надеюсь, Китаю простить то, что он в один ряд поставил. Вот здесь главное сегодня понимать, насколько возможно, да, вот забрать Китай с этой строки, оставить Россию и Иран, и тогда, мне кажется, когда Китай будет понимать всю ситуацию и будет сотрудничать с США, мне кажется, да, что вот тогда проще станет намного. Абсолютно. И вы знаете, и пыл Путина, вы понимаете, вот сейчас не случайно из его окружения раздаются голоса, там Рогозинское имя упоминается, что, мол, они могут применить космические ракеты с ядерной головкой, представляете вы, ударить по Киеву. Это, я не думаю, что до этого дойдет, но сами угрозы говорят о том, что, во-первых, плохие дела у Путина, коли уж он идет на такие разговоры, окей, это раз, а во-вторых, Си не раз говорил о том, что он категорически против применения неконвенциальных видов вооружений. И я не думаю, что Си одобрит такие планы. А Путин без разрешения Си на это не пойдет. Он сегодня стал полноценным вассалом Китая. И все, что Путин не делает, это все позволение Китая сегодня. Поэтому сегодня многое фокусируется на позиции Китая по мировым проблемам. И я думаю, что Байден должен быть готов к встрече и
и нацелиться только на мир, на тем, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Китаем, пожертвовать какими-то своими личными амбициями, и особенно в экономическом плане, и договориться с Китаем, с тем, чтобы Китай урезонил Россию с своей стороны, это самое главное, и, конечно, Корею, Северную Корею, а мы со своей стороны будем разбираться с этими террористами. Вот так можно было бы договориться. И, конечно, пообещав что-то конкретное Китаю. Вот только так можно решить эту проблему. Вместе с тем, конечно, я бы очень хотел быть очень более позитивным, оптимистичным, хотя бы потому, что сегодня в Украине, она сегодня, украинская армия, это далеко не та армия, которая была даже 24 февраля прошлого года. Это современная, суперсовременная армия, которая уже не только умеет использовать западные технологии, западные виды вооружений, но уже свое изобретает, свои вооружения. И вот я с удовольствием хочу сказать, что я буквально на прошлой неделе был отчет в Конгрессе о том, что вот в созданном центре Огайо по обмену опытом между американскими и украинскими военными, там с большим интересом и позитивно восприняли опыт украинских войск ведения войны вот в современных условиях, и в городских условиях, как мы уже не раз говорили, и в современных условиях Украины, с учетом тех видов технологий военных, которые Россия применяет, и тех многоуровневых систем обороны, которые Россия применила, с которыми Запад никогда раньше не сталкивался. И, знаете, очень много добрых слов в адрес ВСУ, которые смогли с большим трудом, правда, с определенными потерями, но решать проблемы преодоления вот этих многоуровневых систем линий обороны. Напомню вам, она у них четко фиксируется на трех уровнях. Первый уровень – это 90-процентное заминирование огромных участков линии фронта, глубина которых достигает 30 километров, а длина более несколько сот километров. Это вот эта вот первая линия, она успешно сегодня у ВСУ преодолевается. Вторая линия обороны – это комбинация тяжелой техники с заминированными участками. Вот тут было сложнее намного, и тем не менее украинская армия с успехом справляется с этим. То есть на ходу, знаете, приспосабливаясь и подходя к преодолению этих линий обороны креативно, то есть изобретая какие-то современные методы преодоления их, не имея, я подчеркиваю, под рукой тех современных видов технологий, которыми наделены западные страны. Не имея этого, украинцы смогли очень много интересного сделать, хотя и неся при этом очень большие потери. Поэтому я, подытоживая вот этот вот отчет, хочу сказать, что это восторг просто вызывает ВСУ. Спасибо им огромное за это. Я думаю, мир узнает и оценит это по достоинству, когда Украина победит, дай бог. Есть другая хорошая информация о том, что вот после той трагедии, которая обрушилась на Израиль, израильские специалисты стали плотнее работать с украинцами. И украинцы тоже стали оказывать помощь израильской армии, давая современные те виды секретной информации, которые украинская армия владеет. Вот это было очень важно. То есть идет сближение двух стран в борьбе против общего врага. Вот это примечательно, конечно. Я еще раз повторю, нет худа без добра. Вот та трагедия, которая обрушилась сначала на Украину, а теперь уже на Израиль, она сблизила эти страны, сблизила эти народы. И это говорит о многом. Я думаю, это ускорит как победу Израиля над террористами, так и победу Украины над варварами 21 века.
Вспомнила также, вот, также заявление Офиса Президента, главы советника Михаила Подоляка. Он сказал следующее, вот на фоне всех этих слухов, что Путину плохо, он там чуть ли не умирает. Были последние дни вот такие разные сообщения в телеграм-каналах анонимных, но сказал глава советника Офиса, что смена власти в России повлияет, конечно, на политику, но не повлечет быстрое окончание войны в Украине. Вот здесь, насколько можно понимать вот этот костяк этих людей, потому что если говорить о Хамасе, да, есть целые схемы всех террористов, есть их фотографии, имена, фамилии, и есть цель их уничтожить. Но вот если говорить о России, насколько здесь такая схема может быть, возможно, это может секретная информация, быть доступной или Штатам, или Украине, чтобы понимать, да, вот кто главный сегодня в войне. И почему нельзя, да, вот сказал уже Байден, что Хамас нужно уничтожить террористам. А Россия, по сути, тоже террорист, тем более признана страной-спонсором терроризма пока что. Да. Почему нельзя вот такие похожие шаги сделать и более глобально посмотреть на это? Тут есть одна большая проблема. Проблема в умах западных лидеров, и в том числе Байдена. Это отделение Путина от России. Вот в этом вся проблема. То есть у них надежда на то, что с уходом Путина многое изменится. Они так считают. Возможно, вы понимаете, тут пример с Пригожиным, он, знаете, сцементировал мнение тех колеблющихся, которые считали, что Путин уязвим, что вокруг него очень много врагов, но они ждут чего-то, ждут своего часа. И вот появление Пригожина и отсутствие поддержки из окружения Путина, оно развеяло их вот эти мысли о том, что вот окружение Путина понимает все, понимает конец этой войне не в пользу России, и они просто ждут момента, когда что-то им поможет сделать переворот. Но этого не произошло. И это в то же время укрепило позицию тех на Западе, которые считают, что нам невыгодно уничтожать режим Путина. Нам нужно сделать таким образом, чтобы Путин бы ушел, а остальные пусть останутся. Мы с ними будем договариваться. Почему? Да потому что мы не хотим развала России. А если будет развал России, то есть велика вероятность, что львиная доля или львиная часть территории России может перейти к Китаю. Нам этого не нужно. Китай является главным врагом, а не Россия. Вот такое мнение, к сожалению, до сих пор преобладает, я вам прямо скажу, в американской политической элите. Вот это есть. Оно глубоко ошибочно. Я вам больше скажу. Вот эти 20-25% россиян, которые по сей день поддерживают путинский режим, он говорит о многом. Этой цифры достаточно, чтобы считать, что не только за последние 22-23 года, но и за годы советской власти произошла селекция российского народа с раболепными мозгами. Народ, который не может жить без царя. Народ, который не может жить без кумира, который правит железной рукой. Начиная вот тех времен, когда Иван Грозный, там, Петр Великий там, и так далее, то по сей день россияне не мыслят себя без подобных лидеров. Поэтому надеяться на то, что с уходом Путина многое развалится и изменится, нет никакой. Беда в этом вся. Поэтому вот сейчас раздаются голоса так называемых оппозиционеров, российских, живущих в Европе, мол, надо надеяться на то, что в России найдутся силы, которые сами выйдут на улицы обязательно, и они сметут свой режим этот. А вот задача оппозиционеров в том, чтобы им помогать, держать с ними контакты, там вот такие разговоры ведутся. К сожалению, все это вместе взятое говорит о том, что хотим мы того или нет, без хирургической операции не обойтись. То есть это
опухоль, которую нужно удалять. Удалять именно скальпелем, аккуратно, если хотят того оппозиционеры российские. Таким образом, чтобы, как говорят оппозиционеры, не выбросить ребенка вместе с водой. Вот таким образом. Но как это сделать? Первое, самое главное, это самая большая надежда, это ВСУ, это победа Украины. Победа ВСУ, знаете, выдворение варваров за границей 91 года, это будет точкой, отправной точкой начала многих изменений в самой России. Никто не собирается целенаправленно разваливать Россию таким образом, чтобы ее территории отошли к другим странам или отдельные республики объявили себя независимыми. Это все зависит от народов самой России. Вот это очень важно. Нельзя насильно ничего экспортировать. Но если режим такой, как сегодня в России, агрессивен, он ведет себя по-варварски, он нацелен на восстановление бывшего Советского Союза, в чем Путин неоднократно признавался открыто, говоря о том, что самой большой трагедией 20 века был развал Советского Союза, тем самым подчеркивая, что он мечтает восстановить это, а он это и делает на деле. Пожалуйста, 2008 год, 20% Грузии, сейчас Украина, там замашки и на, пусть и Приднестровье, и Молдова, там и Беларусь давно уже стала вассалом российским, и так далее, тому подобное. Все это говорит о том, что здесь невозможно обойтись увещеваниями, миротворческими разговорами. Нет, нет, вот война, коса нашла на камень. Тут надо орудовать. Именно, знаете, клин надо выбивать клином. И спасибо еще раз я хочу сказать именно Украине. Именно украинский народ взял на себя непосильную ношу остановить этих варваров от продвижения на Запад, против западной цивилизации. И это после всего того, что Украина была обманута этим Будапештским меморандумом. Я напоминаю еще раз об этом. И несмотря на все это, Украина смогла сегодня за меньше, чем полтора года не только остановить этих варваров, но и идти вперед. И это обратного движения уже не будет. Только вперед. Единственное сегодня, к слову, за Западом, дайте те виды вооружений, в которых Украина нуждается. И вот те успехи уже после получения атакамсов Украины говорят как раз-таки о том, что вот обеспечения таким видом вооружений Украине достаточно. И мы уже вскоре будем свидетелями победы Украины. Я вынужден вот через обращаясь к миллионам, тысячам наших украинских зрителей, патриотов страны, вынужден сказать, что я вношу коррективы в свои прогнозы. Я говорил о том, что Украина победит до осени. Потом я говорил о том, что Украина победит уже в этом году. А на дворе сегодня октябрь, конец октября, осталось каких-то 2 месяца. Происходят изменения. Почему? Я всегда свои прогнозы строю на решении двухпартийном нашего Конгресса, когда нет противников в Конгрессе среди законодателей в оказании помощи современными видами вооружений. Байден, соглашаясь, потом вдруг начинает, сделав шаг вперед, 2 шага делает назад, делает движение в сторону, всякими оговорками, предостережениями. Опять-таки популярные дежурные слова во избежание эскалации, во избежание столкновения этих двух ядерных держав лбами, например. И это несмотря на то, что Конгресс единогласно на двухпартийной основе выносит решение об оказании помощи атакамсами, самолетами F-16. И вот я возвращаюсь к той суматохе, которая царит сегодня среди республиканцев, я хочу вам сказать правду. Среди той когорты республиканцев, которые сегодня бузят, которые с ума сводят наше общество,
знаете, своими неоднократными притязаниями на новых кандидатов на должность спикера, среди них подавляющее большинство из числа тех, кто против единого пакета помощи Украине, Израилю, Украине, подавляющее большинство за то, чтобы оказывать помощь Украине, но подконтрольно. Мы должны знать, что поступает в Украину и как оно используется. И нет ли больших краж денег в самой Украине? Вот так стоит разговор. Понимаете, это все правда. Так оно и есть. Поэтому, когда говорят, а почему же вы Израилю вы так быстро даете? Ну, говорят, Израиль – это уже устоявшаяся демократия. Израиль давно уже оправдал наши надежды. Мы даем деньги, мы знаем, куда они идут. Там не было ни одного сигнала о коррупции никогда за эти 75 лет существования Израиля. И Украина молодая страна. Она только становится на ноги. Тем более она, народ тоже рос большую часть своего времени последнего столетия в советский период, коммунистический, развратный режим извратил души многих народов бывшего Советского Союза. И Украина не исключение. И тем не менее, многое удалось сделать Зеленскому, надо отдать ему должное. Хотя еще больше предстоит сделать именно в вопросах коррупции. Поэтому я возвращаюсь к тому сыр-бору, который царит сегодня у нас в Конгрессе среди республиканцев. Я думаю, что они придут к консенсусу с демократами в оказании помощи Украине, договорившись о том, что та, например, более чем 106 миллиардов, которые запросил сегодня уже Байден, 60 миллиардов Украине, они будут адресованы только при наличии определенного контроля. Я говорил, еще раз повторю вам, что 20 миллионов долларов выделено, 20 миллионов долларов выделено Украине для создания аудиторских групп, которые будут вести контроль. И вот эти 60 миллиардов, которые будут адресованы Украине, они будут именно подконтрольны вот этими группами аудиторскими, которые будут работать в Украине. И вот при таком договоре, я уверен, этот пакет будет уже выделен. Хотя пугаться сегодня не нужно. Украина не остается без денег. Достаточно вам напомнить, что 5,2 миллиарда денег, которые находятся в руках у Пентагона, они уже утверждены Конгрессом. Они не подлежат пересмотру. То есть эти деньги, их пока достаточно до того момента, пока эти 106 миллиардов будут утверждены Конгрессом. Поэтому нет оснований опасаться, беспокоиться. Сейчас Украине не грозит финансовый голод, абсолютно нет. Вот эти 5,2 – это огромные деньги. Плюс к этому хорошие новости из Европы. Несмотря на то, что сейчас Европа начинает тоже больше уделять внимание Израилю, оказание помощи Израилю. И тем не менее, мне нравится выступление Урсулы фон дер Лайн, которая постоянно говорит, что мы ни на йоту не убавим помощь Украине. Вот это очень важно. Короче, все это вместе взятое дает нам повод быть оптимистами. Это раз. И во-вторых, я, возвращаясь к своим прогнозам, хочу сказать, что я еще не теряю надежды, что до конца этого года мы будем иметь потрясающие новости, которые приведут к победе Украины над этим врагом. Я в этом не сомневаюсь. Борис, я вас благодарю. Мы также в этом не сомневаемся, верим в наши вооруженные силы Украины. Борис Пинкус, представитель республиканской партии, который выступает за Украину, за помощь Украине, есть сегодня нашим другом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое и слава Украине. До скорой победы. Героям слава. Друзі, дякую і вам, що дивилися також до кінця. Чекаємо ваші коментарі, ваші вподобайки і бережіть себе кожен у цей нелегкий час.